А в модном ресторане Декаданс Хаус воскресный бранч начинается именно с бокала этого напитка. Каждые 2 минуты в мире открывают бутылку Майот Шандон. Но эта статистика устарела, потому что в ней не учтена динамика развития Декаданс Хаус. Этот ресторан как только не называют уважаемые и просто глянцевые издания. Но суть от этого не меняется. Красота эпохи Декаданс отразилась не только в зеркалах и позолоте. Ее легкий шлейф ласкает спину бархатным прикосновением обивки, играет бликами света и полутонами мелодий. И все ради еды. Декаданс Хаус уже смело мог бы издать книгу рецептов о вкусной и гламурной пище. Но зачем? Кто станет дома готовить омаров или возиться с устрицами? Даже икра и шампанское в стиле Декаданс – это некий богемный образ, а не просто дорогой продукт. И чтобы соединить все удовольствия в праздник выходного дня, в Декаданс Хаус и проводят теперь «Мимоза Бранч» по субботам и воскресеньям с 11 до 17 часов. Суть происходящего не только в доступных ценах и приличном выборе блюд. Бранч – это завтрак, брекфаст, и обед, ланч вместе. И одно плавно перетекает в другое. Понятно, что это возможно только в выходные дни, когда время позволяет побыть с семьей. Поэтому с детьми будут заниматься клоуны, а с родителями – бармены. На основе шампанского Майот Шандон они специально придумали 12 оригинальных коктейлей. А чтобы гости за неделю не забыли о полученном удовольствии, на память вручается диск и коктейльная карта. Наша съемочная группа работала в Декадансе до открытия ресторана. Скоро начнут собираться гости. Осталось лишь расставить акценты. Люди не привыкли отдыхать в воскресенье в ресторане. Мы хотим приучить, потому что это красиво. Именно поэтому такие цены. Вот, днем можно поесть порядка, ну, около 100 гривен. И... 100 гривен на человека, да? Да, да. Бранч с Майот Шандон – это элегантно, но это не, отнюдь не предполагает стиль black tie. Это casual, это джинсы, при этом Майот Шандон.